первенство Владимирской области, вторая группа, Суздаль. Добрыня побеждает наконец-то Вяткина со счетом 3-2. Вань, 4 матча не могли выиграть, вообще даже очков взять не могли. Сегодня долгожданная победа на 5-й матч. Твои мысли, переживания, впечатления о матче? Слушай, в целом, я вот сейчас даже сказал команде в раздевалке, что ну игрой вообще недоволен очень. Но если бы мне на весы поставили победа над Вяткиной и там плохая игра, я бы, наверное, выбрал победу над Вяткиной на самом деле. Я бы не сказал, что это принципиальный соперник, просто да, уж мы прилично от них хапали, уже там 4 матча подряд, да. Вот, поэтому хотелось выиграть, и у мальчишек по ним видно было в первом тайме, плюс-минус, там еще более-менее все нормально было, а тут как счет нас устраивал, на второй выходим, забиваем сразу гол, да, вроде чуть-чуть начинаем налаживать, но тут там нелепый гол к нам залетает, и поэтому, ну, и уже пошел нервяк, да, 3-2 ведем, вроде все было только недавно нормально, сейчас нас уже подхватывают, да, нормальная команда, хорошая, то есть они нас так прихватили прилично. Ну, они опытнее, давай откровенно говоря. Ребята там играют там чуть ли не 10-й сезон некоторые на область, а у нас ребята, половина команды на область никогда не играл, пока мы команду собирали. Поэтому на это объективные причины, я недоволен особой игрой, но я знаю, что мы будем делать. У нас на самом деле очень большие потери, колоссальные потери, то есть у нас, мы сегодня там, а нас 11 было, на заменке у нас были люди, но, откровенно говоря, мальчишки сейчас еще не готовы вступать там, в такую игру, входить, да, то есть выпустили максимум, сделал там 2-3 замены, да, все. Поэтому сейчас, наверное, на данный момент результат этот важнее, чем игра, потому что сезон у нас длинный. Я думаю, что мы все-таки в сезон с игрой вкатимся нормально. Главное сейчас результат, именно не 3 очка, а победа вот над, так сказать, принципиальным соперником для нас. Принципиально из-за того, что, опять же, мы всегда от них получали. Сегодня как раз сидел на трибуне, да, вспомнил крылатую фразу из краснодарского дерби, которую сказал Славолюб Муслим. Кубань никогда не играет в футбол, но не забывает выигрывать. Насколько согласен? Сегодня да. Сегодня да, на самом деле мы сами знаем свои ошибки, мы никто не говорим, что вот мы молодцы, мы выиграли, ребята, мне нравится их отношение к этому, что они приходят и говорят, что типа мы мяча не видели, да, мы не играли в футбол, не получалось у нас это, то есть, но здесь все в совокупности, как бы большие потери по игрокам, нет скамейки, ребята уже там прилично наедаются, соперник сильный, да, давлел результат, потому что все было только недавно нормально, 3-1, да, тут через 5 минут прилетает нелепый гол, с этим тяжело морально справиться, поэтому молодцы, додержали, я так сказал в перерыве, что надо будет нам, наверное, терпеть. Дотерпели, выиграли, идем дальше, ничего такого нет, я бы не сказал, что это там важная игра была, сезон, 3-й тур, у нас впереди еще там 19 игр, поэтому я с оптимизмом в будущее смотрю, что, надеюсь, что результаты продолжаться будут такие же, только игра с каждым разом будет все лучше и лучше. Психологически удалось ли перевернуть страницу Вяткина? Ну как перевернуть, нам с ними играть в следующем круге? Как перевернешь ты, если они с нами в группе в одной? Возможно, да, немножко кому-то будет легче. Мне и до этого-то было, как бы я не смотрел особо на результаты. Команда хорошая, как бы все знали. Наверное, у кого-то меньше коленки будут трястись, вот и все. Все-таки сказалось, я думаю, то соперничество, когда мы в первый год начинали с ними, да, то есть шли там ноздря в ноздрю в третьей группе, и вот, возможно, оттуда и зародилось это противостояние. Поэтому, ну, вот как-то так. Сегодня я видел на трибуне представителей Покровской Нити. Я тоже их видел. Приезжали посмотреть. Скажи, не станет ли Добрыня заложником календаря, потому что все играем по субботам, по городу Варя, там друг на друга ездят, смотрят. Ты знаешь, я думаю, что даже хорошо, что они приехали, потому что это одна из наших там худших игр. Пусть настраиваются на таких нас. Приедем мы к ним сильнее. Вот. Но зная про эту команду, я смотрел тоже твои обзоры их. Очень хорошие вливания у них, так сказать, финансовые, я думаю, тоже.
Очень хороший подбор игроков. Я как посмотрел просто по составу, там ребята те, которые играют на Московскую область, на Подмосковье, то есть там в мини, наверное, футбол еще, ну где-то с опытом уже ребята, то есть из школ спортивных, это у нас мы набираем там половину с улицы, да, просто там выдергиваем и пытаемся с ними работать. Вот, поэтому я думаю, что Ника это один из фаворитов нашей группы. Вот на данный момент по игре и по результату сейчас. У них там две победы, да? Я не знаю, с кем они следующие играют, но тоже, наверное, хлопнут кого-нибудь. Ну, вот мне очень интересно было, я бы хотел посмотреть, но у нас тут у детишек лагеря, да, чисто физически мне будет тяжело выдвинуться. Но я думаю, что выиграют они. ВКонтакте представляли новичков, 6 человек. Как оценишь работу и игру ребят на данный момент? Слушай, ну вот из новичков, если мы будем выбирать новичков, то у нас Земсков с самого начала уже вошел. Да, он у нас, мы его в принципе как и потенциально и рассматривали замену Виталия Смирнова. Поэтому он сейчас нормально встал на эту позицию, закрывает ее неплохо. То есть, и, в принципе, по нему мы, в принципе, и готовы были. Ну, то есть, мы его и планировали туда. Он как бы эту позицию держит нормально. Дальше у нас Прохоровский, да, тоже хороший игрок, но сегодня его не было на данный момент. Он еще перестраивается с мини-футбола на большой, да, но тоже сегодня, я думаю, было бы больше пользы, и он бы освежил игру. У нас Жень Поцелуев на травме сломал ногу, у нас Андрей Костриков выпал. У нас очень много, на самом деле, то есть просто потерь новичков. У нас потерь в 3 раза больше, чем пришедших нам новичков. То есть вот. А остальные у нас Кирютин, Ваня Ешугин, я там Илюха Комаров, он там сломался. Ну, вот и Кирюша, и Иван Ешугин, они еще откровенно молодые ребята, которые пришли к нам без школы, без всего, им надо еще это все пройти. Поэтому мы их взяли на перспективу, они с нами двигаются, растут, где-то выходят, но мы их постепенно подводим к этому. Главное, что они ребята хорошие, понимаешь, мы берем не кого-то там выцепляемся, вот ты где-то играл, еще что-то. Пришел к нам, посмотрели, мяч умеешь останавливать, парень неплохой, все, пошли, давай работать дальше, двигаться. Спрашивают, почему мы не начинаем на Лебеде, да, в связи с чем выбор суда? Плохое поле на Лебеде было, нам не давали его, нам тренировки только вот недавно мы запустили на него, поэтому мы были в неведении, это раз. Второе, у нас здесь детские лагеря, мы здесь сейчас базируемся в Суздале с детьми, и очень тяжело нам выдергиваться со всеми детьми во Владимир, поэтому, я думаю, еще один матч мы проведем здесь в Суздале, это будет с Авангардом, наверное, Муром. Да, мы проведем здесь в Суздале, поэтому июнь здесь попытаемся поиграть. Здесь хорошее поле, там руководство поля, да, стадиона идет нам навстречу. Почему бы нет? Было бы Стас, он бы сказал, здесь дешевле. И был бы прав. И, в принципе, это тоже один из критериев. Вот и все. Ладно, сегодня я находился в эпицентре боления, да? Боления. Как тебе болельщики сегодня? Замечательно. Отлично, выглядит. Прекрасно. На самом деле, очень приятно, когда тут тебя и с барабаном поддержат, и все. Мне единственное только жаль, что мы не можем им сейчас на данный момент ответить своей красивой игрой, да, пытаемся только результатом отвечать. Но болельщики, им главное... Победа, да, любимой команды, это мы им сегодня дали над игрой, обещаем, будем работать. И очень усердно, у нас очень много проблем, очень много. Но мы ввязались уже в это, как я мальчишкам сказал, мы в это ввязались, ребят, давайте выплывать, вот и все. Отлично, победа. Спасибо.